Приветствую всех на моем канале Daily Show с Милошем. У нас сегодня челлендж еще идет четвертый день. А если вы до этого не смотрели, я вам напомню, что наш челлендж идет о том, чтобы мы каждый день находили что-то хорошее, что-то позитивное в том, где мы живем. Вот, мы сейчас живем с моей соседкой, с которой мы ведем этот челлендж в Провиденсе. И это центр Провиденса сзади меня. Сегодня мы ходили утром, с самого утра. Мы проснулись в 5 часов утра, позавтракали и пошли в фитнес-зал, там потренировались, и было отлично. И по пути туда мы видели очень красивые дома, спокойный район, такую велосипедную дорожку с деревьями, с красивой природой, и потренировались. Когда мы там входили, нас никто не остановил. Вот, и я бесплатно позанимался. Возможно, это можно зачесть в позитивные вещи, что я люблю в Провиденсе. Потому что не то, что я мог бесплатно позаниматься, но то, что тебя не трогают в основном. Ты можешь идти спокойно по своим делам, и тебя никто не тронет. Вот, это нравится мне.